национального лесного форума, который прошел под эгидой Госдумы и охватил 5 регионов – Ижевск, Ханты-Мансийск, Хабаровск, Барнаул и Петербург. Лес – это одно из главных богатств нашей страны, и не случайно нашу страну называют легкими планеты, потому что 20% покрова лесного массива находится на территории нашей страны. Впервые, по-моему, проводим такой форум, здесь посвящен, и он по всей стране...